Куда мы идем? Отсюда? Нет, сейчас покажу. А у нас есть взрывчатка, ну, типа это, у нас ее много. Машину? Можно заминировать машину, короче, просто врезаться. Ну, короче, сначала это с пулемета все обстреляем, а потом это, ну, там, шахидимся. Скажи, можно я сяду в машину, заминирую ее полностью взрывчаткой и врежусь в гостиницу? Нет. Да? Что, кто там сказал нет? Да, спасибо. Я сказал нет. Еретик! Дайте мне, пожалуйста, машинку. Нет, но как бы ты будешь в моем отделении, поэтому нет, Сань, сорян. Он правоверный. Мусульманин. Напишите КВшки. Православный мусульманин. Не ест свинины, молится Иисус. Кошерно. Давайте гостиницу взорвем. Мы же... Да я говорю, давайте. Так нет, просто подойдем. Заложим, а сколько у нас всего там взрывчатки? Я там это... немного вертолет. 4 штуки. Мало. Больше. Там около 10, говорят, там, не? Нет, 4 было. Для Браво написал. Частоту для Браво написал. Как пулемет это, ну там, разреется, короче, ну, так вертолет. Паша, а ты где пойдешь? Просто если ты сидишь тоже с моего направления, то можем на какой-нибудь одной что-то посидеть, потому что, не знаю, не вижу смысла. А, так мы отсюда идем, окей. То я предлагаю встречное сделать направление. А, ты пойдешь с этого? С востока можно зайти. Просто обычно тогда перестреливаем друг друга. Ну и нормально, что? Бывает. Игра. Чисто случайно Паша пристрелит из Доника. Чисто случайно. Хоть кого-то пристрелить. Дайте мне хоть кого-то пристрелить. Да. Хоть своего. Я вообще... гостиницу-то. Ну, сейчас дорогу основную пересечем, будет гостиница. Кран, видите? Дым, видите? Вот там, там все. У них там что, пушка что ли? Вы там D30 что ли прикатили? Я закрыл дверку, короче, в сарайчик, и они начали понести. Так, ну можем здесь подойти к этому, к сараю, этому мастерской. И уже оттуда залезать. Учтите, у них гушаки есть. Вы наши там. Слева ухо. На плотно. Еще раз. Это фу, это осколок. У нас пластик у комнате. Понятно, нет, значит. Ну что, потихонечку в гостиницу, стройку мы проверяем сначала. Давай. Сейчас я контрольный еще сделаю. Давайте. Думаю, им страшно. Че, куда надо? Стройка, проверить стройку. Кто-то долбит со стройки. Да пошел. Да я бы не сказал, что долбит, я бы долбил по ней. Давай, наверное. Превентивно. Прикрываю. На втором этаже кто-то... А, вы уже... Понятно. Тут где на второй этаж? Вы просто не сказали, что поднялись на второй, там двое уже поднялись. Чистый.
сортиры проверьте самому. Справа за красным зданием забежал. За металлический? Ангар большой, нет. Что ли? Ангар большой, нет? Красное здание справа от стройки. Нет, здание многоэтажка. Ты Азиму, да? Возле стройки или жилье? Да, где же крыша стоит подножье? Да-да. Чё-то, по-моему, по нам ГПшка где-то. Господа, вы там ГПшите? Мы воюем, нет. Постройки активно не ГПшите, потому что мы там на стройке. Метку, там не может быть. Тут может боты бегают. Боты? Я говорю, боты, ну, люди, британские. Здесь не может быть чувака, тут зона уже заканчивается. Может быть только прямо у самого кромки здесь. Сейчас гостиницу засажу. Или меня засадят. Нет. Повторяю. Нет, не использовали. Ладно, береги. Прижу. Синица, это вот эта, которая прямо перед нами, подпись. Да? Да, да. Может фосфорную туда кинуть? Ну, если есть, кидай. Только, чтобы она не прилипла, у нас здесь потолку. Отходимся на дом. Фосфор? Да, фосфор не видно. Кто-то прошмыгнул в сторону стройки. Ну тут наши бегают. Ну вы из стройки вышли? Вокруг бегаю я. Ну, я на первом этаже. С западной стороны. Хамбик, вижу, стоит на дороге прям. Паша, не подходи к гостинице, потому что ее сейчас взрывать будет бонзай. Давай. Принял. В гостинице не подходим. Видел от стройки на 220 домах в бетонных многоэтажках бегал кто-то. Не помогло. Куда идем еще раз? Никуда, я просто сказал на 220 от центра стройки. В домах многоэтажных бегал человек. Может быть наш. Вы закончили? А, не, ПЗ, погоди, еще минируем. Понял. Они еще раз минируют. Сидим, держим стройку. Кашляют там черти. А лестницу здесь проверяли вторую? Заминировали? И стройка вся клир. Они там кашляют конкретно где-то в районе и вот как раз 220-260. То есть они не на гостинице? А хрен пойми, какое ощущение, что они прям в зданиях вот этих вот мелкоэтажных. Ну ладно.